наверное, есть причина, почему балеты на льду не ушли очень многие наши звезды. Вообще, само выражение «продлить жизнь», оно, конечно, ужасное, но оно точное. Потому что спорт — это не профессия. Но расставание со спортом, вот как раз этот момент, он может стать переходным, то есть может стать профессией. Особенно такой спорт, как фигурное катание. Мне кажется, что продолжать себя, продолжать свое творчество уже как профессионал, ну, это большое счастье. Но это пример... однозначно. Танцуются в балете номера, которые танцуются по 20, по 30, по 50 лет, которые входят в фонд русского исполнительского искусства советского. Почему у нас нет таких номеров, которые... У нас есть такие номера. Мне кажется, что это номера Бобрина, что это номера Моисеева с Мининком, что это Гарани на заводе, что это ты. Есть такие номера, которые люди хотят смотреть очень долго. А мы, забирая своих спортсменов со льда, не давая им медалей и... Прощаемся с ними навсегда. Мы простились с кумпарситой, которую мы бы смотрели, если были Пахомова с Горшком. Но я бы хотела сегодня смотреть кумпарситу. Я бы хотела сегодня смотреть пахомовского «Соловья». Понимаете, я бы хотела смотреть сегодняшние постановки Чайковской и ранние постановки Чайковской. Мне интересно было бы сравнивать, понимаете? А мы прощаемся с ними. Мы прощаемся даже, вот прости меня, мы прощаемся даже не со спортсменами иногда. Мы прощаемся с тем, что мы любим. Thank you.